Крупнейший панафриканский поставщик интернет-кошельков начинает сотрудничество с банком сельского хозяйства Зимбабве для интеграции биткоина в их продукты. По данным информационного агентства Bitcoin.com, Bitmari подал заявку на получение международной лицензии на денежные переводы в Резервный банк Зимбабве. В случае успеха Bitmari станет первым лицензированным международным бизнесом по денежным переводам страны, который работает с биткоином.